Мы были первым выпуском нашего факультета. Тогда мы назывались, кажется, факультет. Когда мы выпускались, востоковедение. Было очень интересно, все было по-новому, особенно в плане преподавания китаеведения. Тогда мало кто делал то, что делали у нас. У нас были очень такие направленные на нас преподаватели, которые пытались в нас вложить вообще все, что только можно. Мы чувствовали себя постоянно экспериментом, но мы чувствовали себя любимым экспериментом, и это было потрясающе. Нас постоянно привлекали к разным мероприятиям. На пятом курсе и на четвертом нас отправили переводить конференцию. Приехала группа китайских специалистов по специальной педагогике на конференцию в нашем же вузе, в МГПУ, только на спецфакультете. И нас отправили переводить, и это было первое знакомство с профессией переводчика. Было мега сложно, но мега интересно. И огромное спасибо МГПУ за то, что он дает такие возможности студентам попробовать себя в деле на каждом буквально этапе становления себя специалистом. Я являюсь президентом Ассоциации развития синологии. Это китаеведческая организация, одна из крупнейших в России. Я преподаю в вузах, преподаю китайский. Я защитила диссертацию, и все это за последние 10 лет. Так что МГПУ, зяо, большое спасибо за то, что ты делаешь. Когда заканчивала вуз, я была Екатериной Родичевой, поступала я в него в 2009 году на факультет музыкально-педагогический, окончила в 2014, в главном вузе училась на ВДНХ. Очень люблю наш вуз, потому что, видимо, даже настолько его люблю, что пришла спустя 8 лет после окончания специалитета учиться в магистратуру на эстрадно-джазовый вокал. То есть на данный момент я обучаю все студенткам, магистр Института культуры и искусств. Что могу сказать о вузе? Наверное, второй раз бы с вами пришла, если бы мне не нравился. У нас замечательный педагогический состав, очень квалифицированные педагоги. Я очень благодарна, потому что они сыграли ключевую роль в моей жизни, в карьере. Я стала педагогом тоже по эстрадному вокалу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с нашим вузом, поэтому встреча сегодняшняя тоже очень важна, и надеюсь, их будет как можно больше. Хочется пожелать всем нашим студентам возвращаться к истокам, приходить к своим педагогам и, возможно, оттуда получить уже какой-то новый виток в своей карьере и развитии. Много лет работал по профессии, после того, как завершил обучение в нашем Альма-Матер. Очень рад, то, что ассоциация объявлена открытой именно по адресу Садовая, Самотечная. Для меня это очень символично, потому что в 2010 году именно на этой сцене я проходил конкурсный этап поступления в наш вуз. Хочу выразить огромную благодарность всему преподавательскому составу. Вы знаете, все слова, которые были озвучены сегодня в адрес нашего университета, они оправданы. У нас очень сильные педагоги, у нас очень сильные студенты и очень сильные выпускники. Был мистер МГПУ 2014 года, чем успешно горжусь, что очень помогало мне в профессии, много лет проработал в образовании, сейчас являюсь техническим директором строительной компании. Уверен, то, что выпускники, имея такие навыки, знания и умения, будут очень актуальны для нашего университета. Вот. И со своей стороны, чем сможем, тем поможем.